Всех приветствую. Приехали в Крапивино, подальше от городской суеты. Сегодня 23 февраля. Всех мужиков с Днем Защитника Отечества. Крепкого здоровья, счастья, добра, успехов, мира. Вчера ездили на рыбалочку. Ее можно будет посмотреть попозже. На улице солнечно. Прям солнышко уже припекает, уже сосульки везде. Ну, вчера по плану был шашлычок. Баньку вчера топили. Так, ладно, сейчас, наверное, пойдем с Вероникой прогуляемся по поселку. На берег Тами, наверное, сходим. В общем, так, прогуляемся. Так, ну что, ты готова? Давай. Поехали. А? Сегодня у нас будет киностудия. Какая киностудия? Киностудия на речку. На речку? Да. Фильм? Киностудия на речку. Угу. Я буду рассказывать тебе киностудию, а ты... Местная банда собак. Охи-нохи. Сейчас он тебя тут... Ух, ё-моё. Здесь. Милый! Бух. Все, пока-пока. Смотри, там еще одна банда собак. Вот, этот неугомонный за нами гонится. Ага. Большая елка. Сейчас попробуем посмотреть на речку здесь. Если получится, если там хоть маленько прочищено. Если нет, пойдем в другое место, подальше. Здесь решили не спускаться, там тропиночка такая заметенная. Никто не ходит. Пойдем там, где дорога, подальше. Здесь сейчас по дорожке пройдем и как раз выйдем в районе Быструхи. Вот оттуда мы пришли. Вот здесь, кстати, за год зерно раньше было, зерно заготавливали, потом мельница была, а сейчас не знаю вообще, что-нибудь функционирует или нет. Ну что-то отстроено, только непонятно, что и для чего. Собаки злые кругом. Какая-то фирма. Там, ну, фирма какая-то, не знаю, чем-то занимаются, наверное. Все, уже подходим к речке. Сейчас спустимся, посмотрим, что там кругом творится. Здесь вот лес заготавливают. Все, спустились. Вон там, по-моему, кто-то рыбачит. Да и вдалеке. Вон там, вон где-то. Блин, не знаю. На камере не видно, блин, не покажу. На экранчике тоже где-то там. Точка такая черная, вроде палаточка стоит. Здесь вон проталины видно. Все, вон там разворачивай. Стой! Ты куда? Туда езжай. Все, здесь сама едь. Ладно, все, пошли домой. Там? Там ничего нет. Так, ну все, мы вернулись домой. На улице жарище такое. Солнце светит уже не по-детски, уже весеннее солнышко прям. Все тает, жарко уже. Фух. Ух
ты, ё-моё! Почти ушел. Сейчас кое-что покажу. В общем, зимняя рыбалка просто так не проходила. Поэтому вот немножечко удалось заготовить рыбки. Ну, это, конечно, только часть всего. Остальное ушло на жареху. Что-то еще в морозилке, что-то на котлеты. Как-то так. Снег хорошо, уже тверденький. Уже так не проваливается. Сугроб-то здесь, дай бог, он забор целый. Вон кедр растет. Шишечек, правда, на нем много не бывает. И то раз в несколько лет. Ну и маленькие шишечки. Совсем. Рыська. Рыся. Охотник местный. Уже всех мышей переловила кругом. Неизвестной породы, неизвестного происхождения. Хвост наполовину как будто обрубленный. Но на самом деле такое и есть. Рыська. Ох, все, пошла. Легко заводится. Ты, ё-моё, кусается. Ладно. Ну, дай я тебя поглажу. Иди сюда. Все. Ага, все. Ладно, все. Иди гуляй.